Спасибо, спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы, за чистые сердцем Бога взряд сказано было. Клеточка небольшого организма по замыслу Божьему. Аминь. Спасибо. Может, за медицину за нашу помолимся? Чтобы... Она должна родиться свыше. Да. Именно об этом мы и говорили. Туда, знаете, есть такой доктор Дон Колберт. Он, конечно, не говорит о простуде, но он очень много говорит о библейском основании. И он сказал такие слова, что врач не имеет права быть врачом, если он рожден свыше. Никакой врач не имеет права. У него книги тоже много есть. Но, а о Луке, его... вы можете что-то о Луке сказать? Вот. Ну, нет, не могу ничего сказать. Не можете ничего. Сказать, потому что... Он был от Бога? Лука? Да. Я могу сказать, что как врач. Не было фарм-индустрии, конечно же. Но он бы не, если бы он не был от Бога, он не услышал. Врачество, оно от Бога. Просто вошла ложь во все сферы нашего общества. Нельзя говорить, что медицина от дьявола. Ни в коем случае. Рано или поздно мы поймем, что нам нужна скорая помощь, что любой врач человек, что мы просто система заставила нас поклониться мамоне, и, к сожалению, часто врач должен сделать то, что диктует система. Систему надо ломать, а чтобы поломать систему, нам надо меняться. Потому что пока мы рабы системы, мы в рабстве системы. Как только мы над системой, система рухнет, как вот написано в Откровении. По мере того, как мы будем меняться, будет падать система. Но врач, на самом деле, я вот тоже пережил такие моменты, даже и не думал, вот как-то прошлый заезд приезжал, позапрошлый, да, Царенко, да, к нам приезжал, короче, первый врач приехал, это инфекционист, вот эта женщина, которая потом покаялась, ушла от блуда и вышла замуж. Потом приезжали тоже врачи, и вот сейчас на мае отделение, уже третий раз приезжает к нам за отделение лор отделение Днепродзержинска. Потом постоянно приезжает врач-дерматолог. Потом... Черкас приезжает. Вот прошлый заезд был невролог и пульмонолог. Так вот, они приехали уже второй раз. Первый раз она приехала, подходит, слушает, вопросы задает, слушает семинар, вопросы, а потом говорит, а мы с братом Иваном молились за крещение Духом Святым за нее. Вот, потом в конце. Так она подходит, говорит, а как же мне теперь работать?